аплодисменты. Да, Москва-то. Что, Великий Новгород? Самым известным способом употребления чайных пони с древних времен и по сей день остается чайная церемония, проводимая в торжественной обстановке. Искусство приготовления чая учится годами. Выпить же драгоценный напиток, участвующий в церемонии, столь же непросто, сколь сложно его приготовить. А как увлекательный процесс узнавания сорта чая по тончайшему аромату и изысканному вкусу. Угадай сорт чая! С вами сегодня вновь я, бессменный и бессмертный ведущий Абы Носаймы! А вот и наши участники! Сакура-сан! Нет, это не та Сакура, о которой вы все подумали! И не это тоже! Сингуджи Сакура! Девушка-самурай, поющий цветочек. Да, жаль, что в нашем шоу придется пить, а не петь. Эй, такому великому детективу, как он, загадка нашего чая должна быть на один укус. Пардон, глоток. Вообще же он пришел сюда, чтобы откушать вкусных плюшек к чаю. Но, увы, закуска программы не предусмотрена. Дарка Эсман, бравый координатор. Он что-то координирует. Каких-то там координатов. Итак, кто же станет первым? Я угадаю сорт этого чая. С 7 глотков. А я с 5. А я с 6. Эй, можно играть лишь на понижение. Тут вам не биржа. Я попытаюсь с 4 глотков. Угадывайте. Это тот самый вкус, тот самый чай со слоном. Увы, вы не угадали. О горе мне! Я опозорила себя и весь свой род. Дайте же мне бумагу и кисть, я напишу предсмертное стихотворение. Чай оказался не слоном. Какой чудовищный я был. С таким позором не вожу. И вот из жизни ухожу. Тоже. Кто следующий? 3 глотка. А я угадаю с 2. Это же он! Я его ни с чем не перепутаю. Ты прекрасна печали и радости, ты мне даришь заботу свою. От любви смысл жизни рождается, с каждым днем все сильнее. Это мой любимый чай, золотая чаша. Ах, какое трогательное, берущее за душу исполнение. Но, увы, вы тоже не правы. Чёрт! В рот мне дуло! В живых остался только один. А где сахар? Почему чай не сладкий? Так вам, может, еще и заварки туда положить? Итак, как простите ваше имя? Я в начале шоу не расслышал.